Привет! Сегодня приготовим чакакбили или рагу из курицы. Для этого возьмем курицу и поставим ее на 30 минут варить. Затем возьмем овощи, лук, перец, морковь, чеснок. Очистим. Мелко насучим морковь. Затем нарежем лук. Возьмем перец и также его мелко нарежем. Чеснок также возьмем и ножиком измельчим его. Делаем курицу, отделим мясо, берем кости, берем кожу. Затем нам нужно будет снять кожу с помидор. Для этого сначала повесим на 2 минуты в горячую воду в кипяток, а затем уберем в холодную. И благодаря вот этим надрезам быстро снимем кожу. Затем берем подсолнечное масло и обжарим нашу курицу до золотистой корочки. Затем добавим лук. Также обжарим с курицей до золотистой корочки лука. Затем возьмем морковь. Добавим перец красный. Все перемешаем. И потушим минут 5. В это время наши помидоры мы очистили и мелко их нарежем. Помидоры уже без кожуры. Затем добавим и также их мелко перемешаем. Потушим минут 5. За это время нарежем зелень. Это укроп и кинза. Затем добавим в блендер укроп с кинзой, добавим туда наш чеснок мелко нарезанный. Добавим соли, все это измельчим в блендере до однородной массы и добавим 2 стакана бульона. К этому бульону через 5 минут добавим лавровый лист, мелисунели, базилик и нашу приправу. Все перемешаем, добавим аджики, все, наше блюдо готово. Всем, кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь. Всем до новых встреч.